Позиция номер 5 это центровой. Также я выделил по 2 игрока в каждой команде. Начнем с команды Хай. Это Георгий Лукава из Dallas Mavericks и Серафим Ашин из Антонио Спёрс. Что я могу сказать про этих игроков? То, что они больше всех подбирают и доминируют под кольцом. Я думаю, если посмотреть бы это сопротивление между ними, это была бы хорошая дуэль, потому что они оба мощные, хорошо укрывают мяч, занимают очень хорошие позиции в краске, ставят очень хорошие заслоны, взаимодействуют с игроками очень хорошо и читают игру. Также я выделил бы в команде Love тоже двоих игроков. Это Егор Гатин из Лос-Анджелес Клиперс и Никита Зарьянов из Оклахомы Тандерс. Что могу сказать про этих двух игроков? Это два молодых парня, которые, как бы я бы сказал, бы даже не, как сказать, центровые они. Они, наверное, бы тяжелые форварды, но на данный момент в лиге АБЛ очень тяжело с центровыми. Я их включил в номинацию как центровые. Что могу сказать? Быстрые парни, очень энергичные, заряженные на блокшот, на данки, на подстраховку своих партнеров в защите. Ну и взаимосвязь с заслонами, пик-н-роллами. Это, конечно, очень хорошо и для вторых номеров до первых открывание. И пятые номера – это Дмитрий Михеев и Серафим Ашин. Дима – это типичный пятый номер, который грамотно использует свои габариты. Атакующий арсенал и умение играть в посту делают его по-настоящему сильным оружием в краске. Очень многие команды в лиге при защите против него сдваиваются, тем самым давая его одноклубникам больше вариантов нападения. А учитывая, что уровень игроков команды Далласа очень высок, и от любого может исходить угроза, такая тактика весьма губительна для многих команд, и, соответственно, что делает Диму очень весомой единицей в атакующих действиях любой команды. Вот. Серафима я включил немного авансом. Это игрок, обладающий отличными данными, что дает ему большое преимущество в краске и борьбе на щите. Хорошо использует ситуацию при пик-н-ролле. У него есть опыт игры на профессиональном уровне. Он хорошо играет в защите, а также неплохо смотрится при сменах с маленькими. Есть куда расти, и при должной работе и желании есть все шансы вернуться на профессиональный уровень. Вот. В общем, Серафиму я тоже пожелаю, пожалуй, больше желания, больше упорства, ну и где-то удачи. Вот. Очень сильно хотелось бы включить в этот топ Давида Рутиняна, но Давида я не включил по объективным причинам. Он мало провел игр в этом сезоне, плюс его команда снялась с чемпионата. Вот. Но Давид это игрок высочайшего уровня, у него отличный арсенал в атаке, хорошее чтение игры, и также Давид постоянно работает над собой и развивается. Вот. Сейчас у Давида травма, и хотел бы пожелать ему скорейшего восстановления. Вот. Хочется пожелать здоровья, и чтобы в дальнейшем такие ситуации его обходили стороной. Двигаясь к пятому номеру, я выдвигаю кандидатуру игрока не нашей команды, прежде всего, Дмитрия Михеева. Но также я выдвигаю кандидатуру игрока нашей команды, Артема Студинского. Вот. Теперь все стало по своим местам. Дмитрий Михеев, без обид, Артем, слишком универсален. У него есть бросок, он очень жестко подбирает, он очень жестко работает в посту, очень жестко работает в защите. То есть, но тут играет роль просто опыт и возраст. Мне кажется, то, что через примерно 25 лет, когда ты будешь такого же возраста, как Дмитрий Михеев, тогда ты сможешь играть так же. Я считаю, что... Да, я с тобой согласен, но я вынужден сказать, что он не для нашего топа, потому что настолько жестких людей в нашем топе нет.
поэтому он не может попасть на штоп, потому что это слишком жестко. Очень жестко. Это лютый игрок. Это реально очень хороший игрок. Да, если бы в Далласе не было этого игрока, то не было бы и Далласа. Я считаю, что так. На пятый номер я поставил Артема Титко, потому что он высокий, ну, относительно. Но если он руки поднимет, то может граблями гусей сбивать с неба. Вот, Артем, твои блокшоты всех бесят, но ты это делаешь очень красиво. Поэтому в символической пятерке ты занимаешь место того самого гиганта Атланты, который просто машет руками, забирает все подборы, ставит всем блокшоты и улетает быстренько в атаку. Человек тоже скилловый, может также и трешку налить, и спокойно пойти в проход и отдать передачу. Тоже видит площадку, и взаимодействовать с ним на поляне очень приятно. Сплошное удовольствие. Пятый номер. Ну, Гоша Лукава. Можете посмотреть хайлайты с его участием, сами все поймете. И как его останавливать, я не знаю. Он сейчас из баскетбола 3 на 3 пришел к нам и делает невероятные вещи. Пятый номер, это центровой. Сложно выделить прям сильно выделяющихся ребят из этого списка, то, что я составил, да, но в данный момент в нашей лиге порядка там 6-7 игроков, которые, то есть на позиции пятого номера, одни из лучших являются. Это вот Дима Михеев, Егор Гатин, Гоша Лукава, Антон Рыбалкин, Серафим Машин, Сережа Ваулин, Женя Прокопенко, Никита Панин и Никита Вавилов. То есть Никита Вавилов, конечно, очень сильный игрок, но он достаточно мало в этом сезоне игр сыграл. И собрать остальных вот ребят, да, то есть для меня, конечно, особняком стоит пара больших, это Михеев, Лукава, то есть парни просто максимально доминируют под кольцом почти, ну, не просто почти, а против любой команды. В каждой игре, которую бы они отыграли, это стабильно там 15 плюс там 14, 20 плюс 15 у одного и другого. Поэтому для меня они основные фавориты вообще в борьбе за пятый номер. Хотя хотел бы ответить того же Антона Рыбалкина, то есть один из таких самых, я бы сказал бы, наравне с Никитой Паниным, один из самых таких умных пятых номеров, которые могут играть очень грамотно. То есть, в принципе, стараясь больше пользоваться своим техническим арсеналом, больше, чем габаритом. Вот. Ну, для меня, например, именно чистый пятый номер, кто попадет в сборную, я считаю, лиги для меня, это Дима Михеев. То есть, если так брать равноценно, тоже Гоша Лукава тоже с ним сопоставим, но для меня все-таки главный выбор мой Дима Михеев будет. Номер 5 лучшей центровой лиги в этом сезоне – это Дмитрий Михеев. И лучший центровой… Ну да, тут тоже без, в принципе, я не колебался, и в любой момент скажу, что это Игорь Князев. Лучший центровой и один из самых недооцененных центровых, который пригодился бы в любой команде. Не буду говорить, что на любой позиции, но на позиции центрового так точно. И на центрового поставить хотел Дима Михеева. Вот. Но также хотелось бы сказать, что, скорее всего, мне лично больше симпатизирует наш центровой Серафим Ашин, вот, но поскольку он меньше матчей сыграл, то поэтому Михеев. Пятую строчку я хотел бы отдать Диме Михееву или Гоше Лукаве. Не знаю, как они будут ее делить. Главное, чтобы в команде не делили, это самое важное. И центровой Георгий, не буду лукавить, Лукава. Как вам? Это лучшая команда, по моему мнению, а значит, это больше, чем факт, так и есть на самом деле. Кто готов сразиться раз на раз, я вам не завидую, у вас не получится. И я бы включил также в эту команду Серафима Ашина, но я его называл в прошлый раз. Пятый номер, безоговорочный, даже, ну типа, без раздумий. Это Дмитрий Михеев. Все мы его знаем, все мы его любим. Даже не пытаемся как-то поменять эту... Ну, эта позиция безоговорочная его. Даже если бы я хотел еще меньше сделать пятерку, все равно бы я взял Дмитрия Михеева. Вот. Великолепный игрок.
отличный левша, бросающий правой рукой всегда. Вот. Очень люблю его. И передаю всем ему привет, и всей пятерке, которая выбрала привет. Люблю вас. Вы отличные игроки. Спасибо большое. Всем удачи. Лично я не знаком с этим игроком, но единственное, что могу сказать, наблюдая матчи Clippers, это, наверное, сейчас самая сильная команда в дивизионе Love. Они владеют классными игроками, и выделяется у них Гатин Егор. Гатин Егор, если ты... Закрой рот. Гатин Егор, если ты смотришь это видео, обязательно напиши мне в личку. У нас как раз сейчас нужен пятый номер. Спасибо. Данная пятерка, на мой взгляд, утрет нос любой пятерке, которую вы можете предложить. Что скажете вы на этот счет? Всем пламенное пока. Не болейте, друзья. И увидимся когда-нибудь, я надеюсь уже. Потому что, ну, повторюсь, это полная хуйня. И шестая позиция, это самая, наверное, самая ключевая позиция, которую, наверное, все ее в игре забывают. Это, конечно, наши любимые тренера и коучи. В них же я тоже выделил по одному тренеру в каждую команду, как же без команды Love и High, который, если бы не было бы тренера, то и не было бы команды. Считаю, на данный момент как бы сильный тренер и как бы дирижер игры, который может из игры можно сделать конфетку, вот, из любого игрока может сделать ключевого. Это, конечно, Максим Лопатников из Houston Rockets. Я считаю, что если в эту команду поставят этого тренера, то он найдет в каждом игроке свою позицию и сделает так, чтобы каждый игрок получал мяч и мог забивать. В команде Love я также выделяю тренера-коуча, это Иван Еськин, который построил, наверное, команду Clippers, которая сейчас вот у нас, можно сказать, идет. В каждой позиции есть свой ключевой игрок, хорошо поработанный тренером. Также может сказать хорошие слова, настроить на игру, дать какое-то указание. Если не пошла игра, он может сделать так, чтобы игрок забыл про свои непопадания там, и сделать так, чтобы он вытянул эту игру. Также шестым номером в моей команде будет капитан Андрей Тупицын. Лучший капитан лиги Андрей Тупицын. Капитан всей лиги Андрей Тупицын. Потому что команде нужна стабильность в эти трудные времена, как никогда раньше. Человек, который сможет стабильно 48 минут раз в неделю на протяжении всего сезона держать команду в тонусе, Андрей Тупицын. Вот всякие там персонажи, господа, скажут, что в Америке, в Соединенных Штатах Америки, там тренер, не тренер, капитан, не капитан, 500 рублей, 501 рубль, вот это вот все намешали. А я вам скажу, они пусть у себя со своей толерантностью так, а нам такого не надо, у нас душевно. Андрей Тупицын. Вообще скажите, кто если не Андрей Тупицын? Назовите кого-нибудь, кто если не Андрей Тупицын? Только Андрей Тупицын. Без Андрея Тупицына нет АБЛ. Нет АБЛ без Андрея Тупицына. АБЛ не готов существовать без Андрея Тупицына. В принципе, все. Всем тоже хочу пожелать здоровья. Тренируйтесь по возможности. Вот, потому что как сезон как это все закончится, мы вернемся к сезону и продолжим дальше играть в наши с вами лиги. И, в общем, я надеюсь, что все мы с вами скоро увидимся. Ну вот и все. Как бы две команды я собрал на свою точку зрения для матчей звезд АБЛ. Считаю, что на данный момент это две такие ключевые команды с этими двумя хорошими тренерами. Всем пока. Квадрупл РФ скучает по АБЛ.
Поэтому лично моя пятерка на итоговый момент будет являться следующей. Первый номер у меня Сережа Макнайт, второй Юра Ткачев, третий номер Даниил Глазов, четвертый номер Артем Панфилов и пятый номер Дима Михеев. Все, всем спасибо, ребят, за внимание. Старался максимально объективно отвечать на все вопросы и на свой выбор, пояснять свой выбор. Поэтому всем респект, давайте там не болейте и надеемся скорее в окончание данного карантина, что у нас сейчас есть там режимы самоизоляции, и чтобы скорее мы могли встретиться на площадке и продолжить сезон и плей-офф. Вот, так что всех рад слышать, видеть, обязательно смотрите передачу до конца, не отвлекайтесь. Мы не будем постить рекламу специально для того, чтобы вы смотрели, вас ничего не смущало. Всем пока. Спасибо вам за просмотр. Не могу не сказать дежурную фразу. Это присылайте свои варианты того, про что можно еще снять про Омни Попова. И очень сильно скучаю по всем вам. Надеюсь, хоть 1% из тех, кто это смотрит, скучает по мне. И самое главное, по Абелу. Но по Абелу-то все скучают, это я, в этом я точно уверен. Все, давайте всем здоровья, не болейте и крепитесь, ребята, скоро это все закончится. Ну что, ребятушки, вот такой вот рейтинг получился от меня. Макнайт, Ткачев, Костерин, Михеев, Лукава. Не обессудьте, если что. Всем спасибо, всем здоровья, всех благ, терпения, душевного равновесия. Любите близких. Проводите с ними время, пока выпал такой шанс. Ну и надеюсь, что этот месяц крайний. Летом встретимся. Всем здоровья. That's all. ABL Dream Team 2020 Moscow, Russia.